Доброго времени суток, уважаемые рыбаки, любители рыбалки. В сегодняшнем выпуске хотел бы рассказать по поводу устройства удилища для ловли на мормышку в зимний период. Прежде всего, по типу удилища. Это у нас идет балалайка, у меня самый распространенный балалайка в арсенале. Вот. Пользуюсь двумя типами. Это пластиковое удилище и пенопласт. Пенопластом ловлю в оттепель, где-то до минус 8, потому что он сохраняет тепло в руке, когда постоянно держишь, чтобы почетче сохранялась игра, для лучшего контроля игры мормышки. Далее у нас идет леска, а леска идет от 0,08, даже 0,6 мм и до 0,14 мм. Использую такие размотки 30 метров. Ну, 30 метров я на удилище не ставлю. В среднем идет метров по 15, по 20 ставлю. Потому как большинство глубин у нас в Подмосковье не превышают где-то 5-6 метров на водоеме. Далее использую кивки. Это пластиковый кивок. Вот такой. И использую металлические. Металл идет у меня для сильных морозов. Это от минус 15 до минус 27-28 градусов. Почему использую металлические кивки при сильных морозах? Потому что пластик замерзает на морозе. Были случаи, что у меня лопались кивки пластиковые, выходили из строя, то есть приходилось менять. На одну рыбалку, как правило, беру с собой 3-5-6 удилищ. С разными мормышками, с разными лесками. Потому что если еду на незнакомый водоем, зимний день он короткий, для поиска рыбы это время, секунды, минуты тратятся на переустройство, переоборудование удилища, это все время уходит. Поэтому в арсенале всегда с собой лучше стараюсь брать побольше удилищ, для того, чтобы, грубо говоря, старую убрать, новую достать. По поводу мормышек. Мормышки делятся вот у меня на два типа. Это свинцово-оловянная, использую на глубинах где-то до 3 метров, 2,5-3 метров, с леской 0,1, 0,12, может даже 0,08 ставить. Вот. И вольфрамовая. Вольфрамы у меня идут уже на большие глубины. Все, как правило, ставлю уже на конкретное, где-то от 5 до 12-13 метров идет вольфрам. Вот. По поводу плана, какую лучше мормышку выбрать, но это опять же в зависимости от водоема, где ловите. По Подмосковью могу сказать следующее, то что для ловли окуня самая ходовая, это у меня по личному опыту, опять же сужу, не могу говорить за всех. Это дробинка идет, и идет ведьма. Не так давно открыл ее для себя, эту мормышку. Довольно-таки интересная, своеобразная. Что у меня удивило, сидел, ловил на водоеме, на озере, довольно-таки большом озере. Ну, вот, клевал мелкий окунь, клевал мелкая плотва. Поставил ведьму, и я не знаю, как с чем это связано, но мормышка отсекла мелкого окуня. И стал попадаться более крупный окунь, где-то 100-150 грамм, грубо говоря. Если попадался там с палец толщиной, он пропал. Начал попадаться более крупный окунь. Вот, для ловли плотвы я использую уралки, так называемые. Камера у меня, ребят, плохо снимает. Можете посмотреть в интернете по названию мормышек уралки. Это вот такого вот плана мормышечки. Уралка, муравей. Так называемые. Вот. Чертенята. По поводу цвета мормышки. Бытует очень много мнений, но я больше склоняюсь к тому мнению. Если, грубо говоря, светит солнце, тогда ставлю более темные мормышки. Если солнца нету, тогда ставлю блестящие. То есть серебряного, золотого цвета и так далее, и тому подобное. Бытует много мнений, разговаривал довольно-таки много, это дискуссия была на берегу,
И с людьми, которые уже довольно-таки долго ловят, вот, допустим, взять водоем Цемлянка, кто был в Подмосковье, знает, возле Серпухова находится водоем, то, что плотва там, особенно ближе к весне, в оттепели, более попадается, более любит ядовитый цвет зеленый, и ловит ее на чертика. Вот. Такая маленькая мормушка. Кто-то ловит с подсадкой, кто-то ловит без подсадки. Но это, опять же, это уже отдельная тема для разговора. На безмотылку ставится, как правило, более тонкая леска до 0,1 миллиметра. И ставятся более маленькие мормушечки. Вот они у меня есть, запасники таскаю. Вот такого плана совсем махонькие. Можете посмотреть. Вот. Ловля происходит уже непосредственно без мотыля и за счет игры. Могу сказать только то, что люди, которые ловят на безмотылку, сколько раз я сталкивался, видел на берегу, таких людей, те, кто умеет качественно ловить и чувствует игру, но они без рыбы редко когда бывают. То есть даже по замечаниям тем же самым, я сидел, ловил на поплавки, народ просто шатался по пруду. Даже не пруд там, а озеро больше похоже. С обычным мормышками. То есть на подъем, как обычно, опускаешь на дно, там сантиметров на 30-40, чуть-чуть. Приподнимаешь с игрой, держишь, а сделаешь паузу, и еще пошел выше. Где-то это глубин метра до двух все происходило. И ловил дедок, ловил на безмотылочку. Довольно-таки здорово ловил, то есть у народа, у кого-то там, ну, грубо говоря, 10-15 плавучих было, чуть больше, чуть меньше, вот. У него было где-то в районе, если не соврал, штук 20-25, ловил он на безмотыльную снасть. Вот он мне потом мормышку показал, я как человек, имеющий склонность к коллекционированию данных вещей, то есть мормышек, сходил в магазин, приобрел. Еще сам не ходил, не пробовал, не ловил. Вот. Расхваливал, нахваливал. Человек, когда счастлив, когда с хорошим уловом, имеет свойство любить показывать, рассказывать, особенно у нас. Вот. Показал мне эту мормышку. Вот эти они сейчас покажу поближе. Вот такого плана. С ромбиками. Вот такие мормышки. Черные. Ловил он окуня на них. Ловил здорово. Там окунь до 200 грамм попадался. Вот. Дело это было в Подмосковье, на реке Петрица, Сосновке. Кто был, должен знать. Должен знать, точнее, это место. Рыбы много, особенно окуня. Но окунь имеет свойство не попадаться. Окунь хороший есть, летом, осенью ловил его, там до полкило попадался. На спину попадался, на донку попадался. Хороший окунь. В зимний период очень тяжело его найти. Очень. Народ особенно не занимается. Приходят, сверлят, садятся, кормят, ловят. Мало кто бегает, мало кто ищет. В основном люди пожилого возраста этим занимаются, кто уже давно живет в этих местах. Рука набита, как правило, на этот водоем. И как, в принципе, и везде. Вот, по поводу плотвы сказал, по поводу окуня сказал. Данной снастью можно пользоваться также на реках. Я сколько раз встречался с рыбаками, ехал с рыбалки, с оки. Вот с такими вот такого плана удилища. Ходят по затонам. Ну, там чуть-чуть, единственная разница, там у них мормушки чуть-чуть побольше. На реках самая ходовая, ну, насколько мне рассказывают также. Общался с мужичком с одним. Он мне рассказывал, то, что самую лучшую насадку вот, по головлю, по ельцу, по такой, по мелкой белой рыбе, это у нас дробинка. Как ни странно, не просто дробинка, а золотистого цвета. Вот он мне подарил где-то ее, я не помню, куда-то я ее уже прикрепил. Вот. Дробинка довольно-таки интересная. Он мне оставил. Положил я в свою коллекцию. Так я, кстати говоря, ни разу не съездил по затонам. Это на любителя. Кто как привык ловить, тот так и ловит. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, то это вот она как раз и есть. Маленькая такая вот золотистого цвета. Кругленькая. Вот она точно она есть.
Вот. Ну, в принципе, все. Снасть простая, интересная. Много раз ловил я. В Калуге, в Туле ездил, ловил на эти снасти по разным водоемам. Снасть простая, интересная, не требующая особо больших затрат. То есть там достаточно иметь в арсенале 10-15 мормышек и один-два удилища. В принципе, если работали там на даче, если есть возможность ходить половить. Интересно. Ну, в принципе, все. Кому интересно что-то еще, более подробное описание по поводу данного видео, по поводу мормышек, можете писать в комментариях, всем отвечу. Вот. Всем удачи, всем удачных рыбалок. Увидимся. И хвоста не чешуй. Подписывайтесь на канал, смотрите. Удачи.